Добрый день, с вами дайджест интерниста и я Гузикова Анастасия. Давайте обсудим одни из самых интересных вопросов медицины. Слушай, сценарий уже распечатали или нет? Какой сценарий, Женя? Сегодня мой выпуск, третий по счету. Вы только что... Какой твой выпуск? Подожди, какой выпуск? Мы сегодня снимаем инвайт. А на что инвайт? Как на что? На 25-й Национальный Российский Конгресс «Человек и лекарства». А что, скоро? Конечно, скоро. С 9 по 12 апреля 2018 года. А, ладно, зато я знаю, где будет проходить. В центре международной торговли на Краснопресненской набережной 12. Это недалеко от метро улицы 905 года. Тебя ждет более 500 лекторов и спикеров. А если ты студент, ты можешь принять участие в третьей студенческой олимпиаде. В рамках конгресса будут проходить школы для практикующих врачей, которые будут давать баллы НМО. Кроме того, мы будем проводить прямые эфиры, репортажи, трансляции. И брать интервью. Разумеется. Прямо с места событий. Все это вы сможете увидеть на сайте internist.ru. Вот он. А что самое главное, вот это больше не пригодится, потому что вход совершенно бесплатный.